два раза. Так. Угу. Вот. И он, короче, упал. Тело убитого нашли 10 июля в заброшенном доме. По данным следователей, оно находилось там долгое время. Согласно заключению эксперта, на теле потерпевшего обнаружены телесные повреждения головы в виде перелома височной кости, указывающие на криминальный характер смерти. Убийца орудовал металлическим прутом. Двух ударов по голове жертвы ему показалось недостаточно. Я потом присел и так вот еще. Что сделали? Добавили. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается. Станислав Костиков, «События дня».